Thank you.
Так, добрый вечер. Я продолжаю проходить свою кампанию Combat Mission Shock Force за американскую армию, именно армию. И, по-моему, восьмая по счету миссия по штурму сельскохозяйственного комплекса, скажем так. А, в качестве поддержки штаб не дал вообще ничего, потому что считает, что нельзя повреждать инфраструктуру. Прошлый раз я остановился на неудачной попытке штурма. Сегодня, начав заново миссию, продолжаю штурмовать. Собственно, похоже, мне удается закрепить первый рубеж, полностью используя преимущество огневой мощи, которую я могу себе позволить. На именно пехотную роту армии США плюс взвод разведки. Будет довольно-таки затяжное наступление, так как тут множество различных кустарников, так скажем, которые осложняют обзор пехоте. Так, ну, бойцы достигли первого рубежа, но впереди еще полная зачистка и последующее продвижение. Из потерь пока что страйкер и пару человек, что в нем сидело. Он был прям на респе, и прям на его местоположение сразу же прилетело копье СПГ-9. Так, ну, похоже, правый рубеж чист относительно. Однако кто-то ребят постреливает. Надо либо их уводить за пригорок, либо пусть пытаются дать бой. Принципе, я думаю, надо разворачивать просто страйкер дальше. Надеюсь, он не увязнет в окопе и не получит РПГ. Так, хорошо. Надо продвигать остальные отделения, полностью убедиться в безопасности этой траншеи и передвигать полностью основные силы на следующий рубеж. Деление пока что идет явно не самый равный бой. Наверное, имело смысл раздать парням джавелины перед выходом. В принципе, это не поздно сделать. Хотя, с другой стороны, отделение разведчиков с последней кассетой уже подходит. Последний выстрел, точнее. Так, ладно, передвину пулемет. Передвину страйкер. К сожалению, разведчики по какой-то причине ничего не видят впереди. Может быть, не тот угол. Может быть, что-то еще.
Так, похоже, эта траншея тоже на самом деле чиста, и я уже как 5 минут мог переправлять свои основные силы на следующий рубеж. Да, страйкер никого не видит и до сих пор не получил РПГ бочину. Что ж, значит нужно переправлять остальные силы. Похоже, это отделение потеряло пару человек в ходе перестрелки с горки на горку, что называется. Чатик, в чатике все тихо. Так, вроде никого не забыл. А, вот еще пулеметы совсем сзади получается. Разведке придется ступать на своих двоих, ибо им нет места. А их не страйки уже где-то далеко впереди. У них есть ранение. Потеряли одного бойца, отделение неполное. Так, еще, да, еще вот как раз про человека с подбитого страйкера. Наверное, левый фланг я пока двигать не буду. Скорее всего, только переправлю сюда ребят. Они наверняка засекут какие-то силы здесь. Можно будет попробовать перебросить через эту зеленку по краешку вот сюда. Зачистить вот этот рубеж. Плюс меня напрягают пулеметная дзота и окопавшиеся СПГ здесь. И подрыв. Интересно, на чем? Я выстрела не видел, скорее всего, мина. Она просто внимательно смотрится, где должен быть значок, который появляется. Да, действительно, мины. Скорее всего, это поле заминировано полностью. Так, потерян один боец. Вроде полная команда. Так, собственно, вопрос. Могут ли мои разведчики? Где они? А, ну вот, к примеру, отделение. Нет, функции обезвреживания мин у них, увы, нет. Да, собственно, переправившаяся пехота. Замечает огневые точки и просто, по сути, встречный бой с Хамас на холм. Да, отделения несут небольшие потери относительно по одному бойцу. В принципе, ничего такого опасного нет. Наступаю довольно-таки пассивно на самом деле. Так, ну-ка сюда загнать можно. Основная проблема — это зеленки, из-за которой ни хрена не видно. Чатик. Все в порядке. И где-то был. А, да, тут, видимо, все в минном поле. К счастью, машины просто обездвиживаются. Да, значит, скорее всего,
Просто эта линия полностью заминирована. Так, ну, наступать через поле в открытую смысла нет. Да, продержусь плана проверить зеленку пехотой. Так, и где следующее отделение? Сюда. В принципе, идя по зеленке, их никто не должен доставать. Так, пулеметы забрались. Так, торпедка. У пехоты есть ХП, то есть 4 состояния. Прям конкретного, куда именно есть, тоже вариант. То есть попадет в голову, то, по идее, это смертельно, даже если есть шлем. Тут все просто. У техники же все более куда серьезно существует. Где? Вот урон, который у нее есть. То есть это отдельное устройство, какая-то особая оптика, средство передвижения, в данном случае колеса, например, вооружение и прочее, прочее, в каком оно состоянии находится. Если плюсик все в порядке, например, прибор выведен из строя, крест. Также есть элементы брони, то есть лобовой, борт, жопа и крыша. Все также влияет. И средства какие-то защиты. Ну и также тип боеприпаса, который он держит. То есть обычный винтовочный держит. ДШК уже чуть похуже будет, 12,7. Боб Саптуры, ну без шансов. Так. Внезапное отделение в зеленке. Да, эти густые заросли, с одной стороны, позволят переправить незаметно пехоту, если ее ползком отправлять. С другой, пока они идут в полный рост, их будет видно. Ну ладно, рискну отделением. В принципе, что бы ни появилось, оно будет подавлено. Warfare. Если не ошибаюсь, это еще противостояние 3D, второе название, я прав? Там, по-моему, тоже про американскую армию, они воюют где-то в Ираке, тоже детально для повреждения, хорошая анимация, но нет мультиплеера также. И нет структуры, по-моему, внятной, там, как, ну, ближе к РТС, но все равно, скорее Wargame, если я не ошибаюсь. То есть еще противостояние 3D, там уже про российскую армию где-то, то ли в Чечне, то ли где-то там. Если ты про это, то да. Да, играл. Да, мне тоже дико понравилось. Но, увы, слишком много багов и отсутствие мультиплеера. Там прям баги чересчур даже зашкаливают, я бы сказал. Здесь это все более стабильно. И есть какая-никакая штатная структура и система командования. Warfare в этом плане более казуально, но тоже неплохо. Так, продолжаю развивать наступление. 3-5. Зачищать правый фланг, затем переход на левый. Так, у меня эти-то отделения как? Живы-здоровы? Да, живы-здоровы, все хорошо. Да, там по ребятам дело постреливают, вроде ничего серьезного. Наверное, есть смысл первое или второе.
Так вот, поэтапно от зеленки к зеленке. Тут еще конкретно говорят Мишин, проблема в том, что он не поддерживает оконный режим, и я не всегда вижу чат. Поэтому я периодически сворачиваюсь, но видно, когда я на паузу ставлю. И ничего не происходит. Вроде все окей. Я больше волнуюсь, хотя вот СПГ летит. Интересно, в кого именно? В пехоту или... Он в пехоту, и почему-то они штурмуют именно так, а не по зеленке. Надо им получше маршрут задать. Ладно, пусть лежат, их по идее не видно. Да и АГС работают у страйкеров в порядке, нормально. А вот, пули засверкали. Так, наверное, есть смысл бросить дымоухи. Что я чуть переживаю за парней. Дымовые, увы, они кидают рандомно, особенно пехотинцы, то есть все техники все в порядке. Ну, как положено, должно выстреливать. То есть все положением башни или корпуса. Смотря как система расположена. То пехота все более грустно. Ой-ой-ой, там АГС тоже. Да, вот минусануло одного бойца. Копье шалит. Там даже малютка, по-моему. Да, вялая перестрелка, все склоны плохим обзором. Ладно, рискну этими парнями. У нас поражение всего однорода, к сожалению. Да, вроде пока все неплохо. Могло быть и хуже явно. Также и здесь погодные условия и видимость. Сейчас, в принципе, солнечно, правда. Мои ребята наступают против ветра. В общем-то. И против ветра, и против солнца. А, все-таки там противопехотные мины. Саперов нет. Геймплей на этой миссии совсем не спешный, есть более динамичные, есть более спокойные вроде этой. Вот, скорее особенность поставленной задачи, штурмовать укрепленную линию без тяжелой техники. Грустно это на самом деле. Не рекомендую. Так, наверное, где-то здесь что-нибудь да есть. Еще раз стрельнуть Живерина. Но здесь наводится по точкам.
Так, переправить ребят. Так, эти отделения почти перебрались. Полетел Джавелин и попал. Так, надо продвигать. В принципе, по сути, уже близок к победе. Пол карты пересечено. Ох, прям штабной. Да, не хватает мне буквально двух танков, чтобы спокойно продвигаться вперед. Подавляя основным калибром. Так, в окопах слева вроде никого нет, стрея боялся, скорее всего отступили, либо изначально никого и не было. Так, разведка, разведка. Так, тут еще траншея наверняка, а вот. Времени уже не так много, надо поспешить. Спешка может привести к лишним жертвам, ну что поделать. Вроде чисто. Надеюсь, это не минное поле. Так, все хорошо. Пробегать. В компании, да, здравствуй. ZFX, да, все дают, кроме беспилотника. Беспилотников здесь нет. А вот в новой части Блоксея есть беспилотники в том числе. Там, то есть кто-то из, допустим, как работает система. Вот, допустим, штаб, он может вызвать либо артиллерию, либо авиацию. Он наводит какое-то время, допустим, минут 5-6, пока там передаст координаты, пока... Ну, в общем, стандартная рутина наведения. Вот, ближний бой. Ну, разведка, кажется, серьезные проблемы. Благо, линейная пехота уже почти ворвалась.
Так, тут есть траншея, про которую, кажется, можно легко пройти. Правда, я практически полностью потерял отделение разведки. Сирийцев закидали гранатами. Хорошо. Так, ладно. Надо быстрее двигаться. Боксей у меня, к сожалению, нет. Могу только постримить демку, она бесплатная, ее можно найти на сайте. Она сама по себе довольно дорогая. Боксей, по-моему, сейчас около 100 долларов стоит. Увы, издатель. Редкостные жадные мудаки не хотят делиться с Габеном и продавать в Стиме. Так бы она и стоила дешевле, популярность была выше. Но это, видимо, судьба всех варгеймов. Ну это вообще сейчас будет дерзко. Да, довольно серьезные потери. Так, страйкер уже даже паникует, потому что его сильно прижимают огнем. Это, в общем-то, и верно. Да, он паникует и в упор не видит бункер. Как-то грустно. Давайте используйте трубы. Че вы? Он достает трубу. Выстрел и промах. А, вот теперь. Ну, все, все дерьмо, я думаю, там выбито. Так. Само отделение, правда, тоже, похоже, несет потери. Да, штурмует на окопы. Надо им броню подогнать срочно. А броня-то, броня далеко, да. В принципе, у меня уже достаточно высокие потери, но что поделать. Так, кажется, я не обучаем. И обездвижил один из своих страйкеров. Так, вот, сирийцы покидают бункер. Так, у этого отделения вообще все печально. Но они вроде очухались. Да и сирийцы уже не столь дерзкие.
Маус иглу орудия, видно, что но он бы не смог Ирел так стрелять. Вот, подавил наконец. А, стрелки также могут, если есть откуда стрелять, они отстреливаются. Что тоже хорошо, в общем. Из люков. И дырок для винтовки, дырок для ружья. Амбразур. Так, обездвижен, видимо, закидали гранатами. Так. Сирийскую поддержку мне до сих пор не присылают. Какая жалость. А, это отделение почти полностью выбито. Сам виноват. Странно, что мне рубеж Юта не засчитывается. Ой, Ямаха. А, вот, все, победа. 8 убитых, 10 раненых. Один пропал без вести, 3 страйкера. Ну, это большие потери, на самом деле. Учитывая качественное соотношение. Посмотрим, что там будет дальше. Так, утилизирован механизированной частью противника. В местности погода открыта, пески и скалистый ландшафт. Так, враг отступает, да, держать продвижение. Так. Цель команды отряд Жизнец в бою, уничтожить все противника с города Рамаль, чтобы сверну сторону шоссе Молния. Базовый план. Прикрытием ночи. Ворваться механизированной пехоты на окраины города. Собственно, вот карта. Так, ну в этот раз ночью, на самом деле, если это не сирийский спецназ, то в целом легче, так как там нет ПВО. Не будет, точнее. Так, у меня моторизированы страйкеры. И есть два Абрамса. Это уже не отлично, неплохо. Так, в этих строениях кто-то есть. Но не надо быть гением, чтобы это понимать. А, я вот могу... Моя территория. Да, забавно, они высадились. Так, надо им выдать шевелин. Во-первых, на случай наличия техники, во-вторых, вместо артиллерии использовать. Так, как лучше защитить строение? Даже не знаю. Ладно, надо смотреть местность на наличие каких-либо окопов и, возможно, гнезд. Так, вот эта вот зеленка меня напрягает. Тут наверняка будут туры. Также, так, тут траншеи. Скорее всего, либо на... А, вот еще траншея. И вот. Скорее всего, там пехота в засаде. А, тоже группа зданий. Так, левая группа зданий просто подает с Абрамсами на скорости. Но за счет невероятной огневой мощи.
А вот справа все сложнее. Штаб первого батальона. Да, развернуть, конечно, жубом. Старт операции. Сразу же засветок зелен, как я предполагал, возможно, техника. Так, у пулеметчиков-то отсюда, да, у пулеметчиков отсюда хорошая линия огня. То есть надо их просто развернуть в ту сторону. О, сразу же обстрел. Так, там у нас что? Там у нас баттер. Ну, баттер сразу же получает аккумулятивным. Либо бобсом. Да, вот теперь точно аккумулем. Кажется, никакой поддержки нет. Я думаю, переждать обстрел. Или плевать, поехать так. Ладно. Подвину это правое отделение. Наверное, там в кустах тоже может быть кто-либо. Посмотрим. Да, как раз справа от линии огня. Все окей. Так, забор высокий, а проход вон там слева. Так, как раз АГС. Снесу забор с АГСом. Проеду в наглую в упор. Так, тут вход. Не вижу входа. А, он с другой стороны. И вроде бы один. Сейчас безумное маневрирование. Я переживаю за ребят, чтобы их так высаживать. Уже не раз потерял по половине отделения, а то и больше. Миссия дается всего час. Да, страйкер большой и неповоротливый. Ну, справа вроде никого нет, видимо. Значит, по ним уже стреляли по пехоте, что торчит из люков. Слева, в принципе... А, вот, вот, есть, все есть. Они снесли стрелка одного. И там тоже есть. И прям десантное отделение с РПГ. Как грустно. Ладно, главное, сам страйкер жив. Да, ему надо просто выехать с линии огня. Ой, как близко мина упала. Теперь все в порядке. Да, бойцы там ничего не видят особо. Боюсь высаживать пехоту. Ну, я боюсь РПГ. Да, надо усиливать просто-напросто.
Да, ё-моё. А вот. Тоже как-то и медленно, и с большими потерями. Уже на старте. В принципе, вроде никого и не видно. Ладно, попробую. А, вот, прибыл второй взвод пехоты. Хорошо. И они сразу засекли группу РПГ. Тоже замечено, то есть сажать ребят будет проблематично. Так. Так, еще где-то здесь есть пехота явно. Ладно, стрельну, например, сюда с Живерина. Думаю, если там есть, то он прижат надежно. Так, ладно, раскнул с остатками этого отделения. Как только страйкеры остановятся, ребята вылезут. И да, там не набитый штаб. В принципе, американцам надо прилиться на зону ближнего действия и наступать так. Уж никому приказов никаких не отдал случайно. Вроде нет. Да, еще ничего не чисто. Да, это уже ополчение. И часть регулярной гвардии. Ближний бой всегда проблема. Потерял еще одного бойца. Того без тяжелого вооружения, ребята. Только две трубы. Очень странная структура здания. Ну,
Ну все, теперь я уверен в безопасности. Пускай вылечит раненого. А, нет, вон боец же. Но они его добили, да. Так, где-то там еще вдали замечены силы неприятеля. Но это потом. Итак, я уже потратил 10 минут на зачистку только одного дома, надо пошевеливаться. Так, командование рота А прибыло. Что если командование рота А? Снайп, группа снайперов. И в общем-то все. Надо развернуть это отделение. Коник на второй этаж, пусть прикрывает слева, продавляя абрусами левое здание. И затем, под прикрытием абрамсов, продвигаться дальше. Даже, наверное, пехоту не спешивая. Да, вроде все чисто. Абрамс. Вообще, конечно, очень дерзко, но я надеюсь на лобовую броню абрамсов и на отсутствие вменяемых спецсредств у сирийцев. Чатик. В чатике все окей. Отряд РПГ на крыше, точнее даже Птуров. Все-таки придется отправить туда как минимум одно отделение. Да, Абрамс может попасть одного бойца. Вот, наконец-то. Так, ладно, где транспорт? Так, видимо, идем в тур. Да, не даже так. Пулеметы здесь уже не актуальны. Ой. Абрамсы здесь редкостная имба. И я их просто обузю сейчас. Вот так вот выгоняя. У них есть ПНВ, у них ССК. У сирийцев есть только старый РПГ.
Сейчас я... Перерыв на минуту по важным делам, но вы поняли. Так, я вернулся. Продолжаем. Так, тут был штаб взвода противника. Надо быстрее разворачивать пехоту. Так, где там со снайпером и вообще КШМ-ка? Двигать ребят, развернуть снайперов на крыше. А, я послал, кажется, зам командира, ну ладно. Конечно, хоть это офицеры. Не боим, в боем лучше не вступать, но пусть будут. Ну ладно, вроде все чисто. А, нет, вон наблюдателя. Быстро и четко. Ладно, пора разворачивать. Только разворачивается снайпер. А, я просто выдвину боевое построение. Пехотный взвод и прямо на страйкерах позади абрамсов. О, раскиданки прибывают, ничего хорошего. Ну и ничего страшного, в принципе. Но в страйкере есть Живелин, я пошлю ребят за ним. Там тоже. Так, хорошо. В любом случае, танки противника с плохим ПНВ, в отличие от абрамсов, которые имеют тепловизоры.
Наверное, плохо так группировать всех бойцов, ну да ладно. Чатик. В чатике все окей. Бойцов. Так, ну у меня вариантов-то немного. Раз прибыли танки, то если они заметят страйкер, то они их поразят, естественно. Вообще без проблем. И вначале, соответственно, их нужно обнаружить и уничтожить. Пока надо найти побезопаснее место для моих ребят. Штаб батальона зачем-то. Так, наверное, буду рисковать основной своей мощью, а именно Абрамсами. Так, потому что проехать можно вроде. А, нет, смотрите-ка, нет, нельзя. У меня, видимо, у Абрамсов только один путь. Через этот мост. Ну, не, да, мост. Видимо, это считается болотом, в котором они увязнут. Жевелины по позиции РПГ, а нет, даже тура. И все. Готовы. Так, хорошо. Ладно, где мои полные пехотные? Вот одно вижу. Так, вот второе, например. Да, я уже нарушил к чертям всю иерархию. И подразделения разных взводов взаимодействуют с другом полностью, как будто они являются единым целым. Но рации мне позволяют. Чатик. Все окей. Так. Танки пока не видно. Мне даже страшно представить, где именно они. Ладно, буду рисковать. Потому что если они пожгут мои страйкеры, будет хуже. Собственно, танков-то и не видно. Но это не могло быть шуткой. Может быть, они в самом городе. Можно еще сделать так, то есть приказать высунуться командиру и заряжающему для осмотра. Ну, вроде ничего.
Так, я думаю, сниму отделение, верну их в их страйкер. Отправлю его усиление, потому что мне нужно понадобится явно минимум взвод. Чатик, все тихо. Все еще там кабоедим. Тем более, что мелькают знаки вопроса. Врага не видно. Это странно. Ага, вон. Виднеется. Видимо, они только прибывают. Имелось в виду это. Так, Т-62. Так, теперь внимание, вопрос, за этим образом появился враг или нет? Потому что он подъехал слишком близко к противнику. Да, появился справа. Но быстро сожжен, Абрам слишком доминирует над всем вообще. Бэттер с пехотой, скорее всего, погорели вообще все. Так, я вот боюсь теперь за свои страйкеры, будь они неладны. Ладно, выгружу пехоту, главное же не потерять пехоту. Да, вот миссия приобретает интересный оборот. Тур пошел. И попадает. Отличный бой, Абрамс им будет вовсю, просто без остановки. Да, за ФХ, так и есть, как ты описываешь, только здесь нет беспилотника, единственная поправка. Теперь ближний бой пехотинцы США против сирийцев. Сирийцы уже дезморалены, но GI просто меньше. GI имеет выгодную позицию. Какое-никакое укрытие. Сирийцы же на открытой местности.
Танки, похоже, вообще не видят ничего. Из-за необычных экипажей, из-за отсутствия меняемой оптики, из-за отсутствия нормальных инфракрасных прицелов. Пуск и... Ой, как больно. Пол отделения. То же самое. Что делать? Надо давить танком. Врываясь прямо в гуще пехоты, безнаказанно. Промах. Давай, нигер. Заряжай. Минус. Минус. Это имбобузиство, конечно, в чистом виде, но что поделать. И все. Теперь надо его вывести аккуратно. Нет, авиации... Нет, авиация у красных есть. Есть, но ее редко, ее мало. А, здесь нет еще средств ПО, в отличие от боксея. Ну, боксея выше позже, это логично, в общем. В целом, это дисбалансная... Конечно же, полностью дисбалансная часть, но что поделать. Когда она только вышла, аналогов ей, в общем-то, не было. Ой, прям по пехоте своей, лол. Счастье им норм, они не против. Ой-ой. Да ё-моё, шо ж ты паникуешь? Правда, он не паниковал, а я, походу, не те кнопки нажимал. А, вот, все, победа. 6 убитых, 4 раненых. Ну, можно было вообще без потерь, на самом деле, это все разыграть. Да. Идем дальше. Так. Чатик. Чатики, все окей. А, так, сила противника, отвлекающий удар наших войск, нанесен противника 4 часа назад на нашем правом фланге, связали основные боевые подразделения врага. Все с этого сектора на южной и западной стороне города Холмс слабо защищены, что позволяет нам провести быструю атаку на них с юга, используя главное шоссе Уловка, ведущее прямо к западным окраинам города. Определить местохождение и намерения противника ближайшего к южному сектору территории крайне тяжело из-за множества зданий и высокой плотности населения в этой местности. Так, противник отряда Республиканской гвардии и отряда партизан. Дружественная сила, но я в ангарде группа Охотник.
видимо, потом будут танки. Да, если то, что здесь описано, это две роты страйкеров. А, нет, одна рота страйкеров. Отряд Панзер, который состоит из двух танковых взводов на Абрамсах. Взвод Брэдли. Да, они будут через полчаса от Абрамса. Хорошо. Давайте посмотрим, как мне предлагает план. Просто рашить по центру. Да, это будет долгий бой, видимо. Давайте проверим, что там на карте. Да, день. Дома по бокам. И вообще все в неровной местности, что... Час 30, то есть, чем я могу адекватно наступать, не неся больших потерь, имея реальное преимущество, хотя оно и так будет, но чтоб совсем-совсем прям, нужно ждать полчаса. Естественно, полчаса сидеть на респе никто не будет, тем более, что враг будет тоже двигаться. Соответственно... Как сделать-то лучше, надо подумать. Я думаю, надо вот деревушку один не заехать. Вот так, это у нас штаб рота. Нет, это инженеры. Да. Инженеры сами по себе слабая огневая команда. У них нет пулеметов. Надо сделать так. Ой-ой. Думаю, займу деревушки 2, вот эту крышу этого дома, либо где обзор получше. Нет, наверное, на эту крышу, да. Так и сделаю. Штабом. Там поставлю пулеметы, поставлю штаб, буду штабу Джавелин. Да, штаб 40 человек, все окей. Что касается отделения страйкеров, то после того, как штаб все займет, они... Так, тут есть поле, тут есть какая-никакая трава. А, вот, окопа, погодите-ка. Угу, не все так просто. Ладно, посмотрим, как получится. Да, вначале займется штаб крышей, тут он будет у него явный бой за эти окопы с кем-либо. Так, и надо налево сразу двигать из установки. Думаю, надо въехать прямо сюда. Наверное, ловушка, наверное, много я потеряю. Но ничего страшного. Так, вот сразу РПГ со старта. Кто-нибудь по нему огонь ведет? Да, и снайпера, и... Ну все в кучу, вообще серьезное дерьмо на самом деле. К счастью, вроде пережил. О, нет, полуотделения нет. Там еще и... Да. Ну этого я и боялся, это и случилось. То есть, по сути, идеальный старт здесь это тупо стоять, как стоишь. И ждать, пока страйкеры своим орудиями подавят все части противника. Да. Именно так. Комментарии есть? Сложившейся ситуации. Комментарий нет, хорошо. Конечно. Ну, я бы на месте разработчиков тогда продлил шоссе. Потому что уж совсем-то сразу в засаду.
То есть, ну и так понятно, что тут будет сразу бой, но что, блядь, прям так. Ладно. Удачно спланированная засада сирийской армии. Сейчас я посмотрю. Ну, я теряю это отделение явно. То есть, блядь, тут с этим ничего не поделаешь. Если только они успеют перебраться за этот забор. Там будет у них хоть какое-то укрытие. Да. Так, тут пусть отступает, да, все окей. Так, остался один мехвод, пусть быстрее бежит туда. Так, пулеметчики быстро туда. Пулеметчики быстро сюда. Штаб, ну штаб остался без Живерина, пусть сидит на первом этаже. И, ой-ой-ой, мне кажется, режим камеры переключил случайно. А вот пройдет. Обычно. Да, довольно хардкорное начало. И оно будет и дальше хардкорным. Да, я мои, они боятся, я не могу контролировать, они подставят все под огонь. Да, все печально. В общем, идеальный старт в этой миссии будет просто было стоять на месте. Бойцы тоже под обстрелом эти. Да, пулеметчики. Интересно, откуда их накрывают? Непонятно, скорее всего, это снайпер. Да. Ладно, пусть пока будет как есть. Так, чатик, все окей. Причем даже пехоту не высаживая на старте, просто стоит. Да. Было лучшим решением. Ну ладно, я не рассчитывал, что будет прям так все, но уже поздно. Так, вы первую помощь товарищу оказываете, нет, господа хорошие? Так, пулемет развернуть. То они не в ту сторону смотрят. Так, эти все, да, эти потрясенная. Надо уводить от греха страйкер. У меня есть артиллерия, это хорошо. Я не знаю, приберегу, наверное. Но ведь поддержку не пользуюсь. Так, они очуха. Так, а ну это. Это верно. То, что нет врага минометов, тоже верно. С другой стороны, за всю кампанию они ни разу не попали в цель, вражеские минометы, в отличие от моих. Вот их просто как-то, видимо, срочно вызывают, там у меня нет особой корректировки. Так, а вы... О, они могут вызывать артиллерию. Хорошо, хорошо. Знаю, точка 2, малая, короткая, общий сразу подтвердить. 11 минут, ё-моё, ну ладно, плевать, времени немного. Так. Так, а если я штаб выгружу, его подстрелят, нет, интересно. Это штаб саперов. Dismount.
Это безумие, конечно, у меня совсем нет людей. О! Еще взвод стрелков прибыл. Надо ждать просто артиллерии. А, так, собраться с мыслями. Так, ладно, я назначил огонь. Если надо позанимать дома, хоть как-то обезопасить левый фланг. Хотя, что сюрпризов я не жду, в принципе. Все, что могло случиться, уже случилось. Так, первая помощь бойцу оказана. Да, наверное. Чуть вперед. Так, вот. И... Ну, не на крыше, на второй этаж. А, вот джавелин выдать, но уже поздно, ладно. Так, у меня еще два пулемета есть единых. Так. Блять, места получше и нет. Я уже начинаю материться, потому что все пошло так. Да, я устал малость, извините. Но у меня об этом написано на каналчике в описании. Предупредил, так сказать. Так, выкачу страйкер на свой страх и риск. Да, вот пулемета точно на крышу. Причем оба. Да и штаб куда-нибудь туда же. Так, ребята ничего не видят. Да, мне, наверное, их зря сюда загнал. Поспешил, да. Ладно. Туда-сюда, ну что поделать. Забавно. Баг отображения пулеметом, который так и не починили. В общем, даже, по-моему, где-то в Эксе он встречается. Чатик, в чатике все окей. Мама прибывшим. Сообщаю, что это уже окраины города Холмс, точнее прямая дорога на него. И я близок к завершению этой кампании, в общем-то. В самом начале я был под серьезным дерьмом. Вроде бы все исправилось. И весь урон, который не могли нанести ополченцы, он уже нанесен. Ничего хуже уже произойти не должно, в принципе. Так, все же бойцы смотрят куда надо. То есть вы, допустим, туда, а вы, допустим, туда. Я не хочу стоять на станок, потому что парни потеряют мобильность, они не смогут быстро ориентироваться по секторам, менять направление. Собственно, справа уже должны быть какие-то враги, так как там есть трупы, вон, как бы, где, раз по ним никто не стреляет, то здесь, наверное, ну, особо никого и нет. Так, надо чуть вперед, чтобы не мешал. Да и по стракерам никто тоже не лупит. Так, я не использую все силы сразу, я жду подкреплений, когда развернутся все отделения. Ну, вообще полностью. То есть мне должны еще, по идее, если верить брифингу, дать взвод Брэдли и взвод Абрамсов.
Я их жду особенно Брэдли, и особенно Абрамс, чтобы имбовать, чтобы нагибать безостановочно. В принципе, да, они вошли. А, вот. Боец РПГ был. Поймал маслину, я думаю, успешно. Надо зачистить, забраться на второй этаж. Проверить. Потом я делю, поделю их на две команды. То есть, по идее, это надо... Хотя зачем делить на две команды? Я просто пошлю еще одно отделение тут. Господи. У меня же целый взвод. Еще торможу. Еще отделение сюда, например. Сапёры, ну все окей тут, да. Чатик, в чатике все окей. На балконе. В принципе, если они на балконе, то их все видят, кому не лень, и никто не стреляет. Есть смысл продвигать их дальше. Более что вроде обезопасено. Так. Первая помощь оказывается, бойцу оказывается. Хорошо. Ой-ой. Тыкнул на горячую клавишу случайно. Не ту. Так, пускай берут Джавелин. Так, тут все окей, хорошо. Yes, sir. Shot over. Shot out. I'm hit. Да. Ой, потерял пулеметный расчет. Ну да ладно. Надо будет потом просто вспомнить про них. Сейчас обезопашу левый фанг. Увяз, серьезно? О, молодец, выкрикнулся. В принципе, наверное, так сразу надо было просто всем взводным их направо, а потом, когда прибыл во второй, налево. Ну ладно, уже поздно. Сейчас я, по сути, увяз здесь. Ой, как не попал, совсем не попал. Надо ждать конца обстрела, который я вызвал. Потому что это моя артиллерия. Так. Где, может быть, находиться какие-то части противника? Чтобы живели напальнуть. Ну ладно, пока не буду спешить. Чатик, в чатике все окей. Либо отметить обстрелы, чистить вручную. Но поздно, поздно. Даже камера чутка трясется. Нет, слишком далеко, вот же вход.
effect. Over. Прям в яблочко. О, прибыли пацаны на Брэдли. Сейчас, ладно, обезопашу левый фланг. Брэдлями продавлю правый. О, и танки прибыли. Ну все. То есть даже раньше обещанного, вроде. Ну все, сейчас просто проверю левый фланг, чтобы точно убедиться, что противника нет. Так, гаубица бьется. Миномет тоже. Странные две команды. Ну ладно. Так, в принципе, эти парни им ничего не помогут в случае чего. Наверное, куда-нибудь надо. Тут где вход? На, вот здесь. Сюда. Надеюсь, они по дороге маслину не получат. И, парни, завязался бой, потеряли уже одного. Там обвалился к хуям один из домов. Давайте, подавите ее, подавите. Чего? Чатик, в чатике все окей. Парни заходят, вроде этот дом пустой, раз никто по ним не стреляет. Сейчас уж точно добью этот блок домов. Наверное, надо будет войти в этот еще гараж. Потому что он мне не нравится. Он же не просто так отмечен. А, да, наверное, саперов загнать. Вот чё. Где саперы? Прям так уже в наглую. Так, дочистили, хорошо. Пока не рассеялась пыль, туман. Жрая входит. Не боюсь за свои шкуры. Туман, говорю, просто пыль. Чатик. Все спокойно. Так, в принципе, позиция этих парней уже здесь не актуальна. Просто покажу штурмовать тут. Там безопаснее в целом. Так, проверить тут. Да, вот был недобиток. Добили.
знаю, прям так дерзко. Так, тут парни так помощь оказали, хорошо. Надо их переправлять на второй этаж. Окей, сержант. Да, будем считать, что все чисто. Ну, так оно и есть, в принципе. Ну все, окей, левый АЧС безопасен. Обезопасил левый фланг. Так, сапера, сапера. Можно выкатывать Брэдли, чтобы он там все подавлял. Абрамс тоже. Все, сейчас будет американское огневое превосходство во всей красе против бедных сирийцев. Ну, не такие же не и бедные, на самом деле. Они мне задали жару вначале, я даже испугался, чуть запаниковал. Но это только в начале. Чатик, все окей. РПГ, которое никто не заметил, похоже. А, нет, вот ребята заметили. Ну что вы, будете смотреть на них? Давайте, поливайте. Время штурмовать гаражи. Да, как видите, любая попытка кого-то атаковать из моих бойцов оборачивается накрытием просто множественных орудий. К счастью, сирийцы еще и мажут мне, то есть везет по ним всего прочего. Я же собирался посылать саперов в гараж, но уже поздно. Так, да, у меня же есть артиллерия. Почему я не пользуюсь, непонятно. Давайте, пусть корректирует огонь танк. Так. Давайте. Нет, даже не так. По области. Тут область. Два, малая, средняя. Общий, наверное, прикладить. Так, второй, допустим, Брэдли. Да. Когда бы вызвать Брэдли-то? А, вон тут есть, вот тут есть линия. Так, два. Средняя, средняя, вообще подтвердить. Хорошо. Чатик, все окей. Так. Замечен недобитки. Чатик. Все окей.
Наверное, да, сразу. Хотел сказать, под за гренадеров мне в пехоту продвигать туда. Почему-то вдруг у меня возникла такая ассоциация именно с частями Бундерсвера. Наверное, из-за того, что Бундеса Мордора в основном. Да, вам для чего нужно орудие? Была бы еще на Брэдли, скажем, 30-ка, чтобы фугас был посильнее. Либо вообще полтинник. Было бы шикарно. Так, проверить точно эти траншейки. В принципе, все подавляется. Полное превосходство. И нельзя не радоваться этому. Сейчас, по сути, будет избиение сирийцев. Главное, особо не перегибать палку с давлением. Как вы видели, свои же стреляли по своим, потому что не знали, враг это или уже свои. Это радужный элемент геймплея. Радостно, точнее, что такое симулируется тоже. Еще иногда бывает, что Апачи пыляет по своим, но очень редко. Так, вроде все окей. Так, по-моему, у этих же ребят же верим, да? Хотя не знаю, даже куда бить. Так, хорошо, вошли. Снайпер, наверное, умер там, который был в зернохранилище. После минометного обстрела. Верну их Брэдли, чтобы дальше продвигаться. Развернуть бойцов сюда. Не знаю, где тут может быть. Допустим, сюда. Просто пристрелочно, так сказать, с Джавелином. Бах. Если кто-то я был, то он умер. Так, все окей. Вроде все зачищено. А, ну они ведут перестрелку, так что пусть остается. Так, пора двигать.
Сейчас будет интересно на ночной дороге. Я вангую там мины. О, смотрите, машины с камикадзе. Сейчас бомбанет. Или нет? Или взорвется? Похоже, нет. Не сработал взрыватель, увы. Как бы был бы красивый бабах. Во время... Была одна городская карта, по-моему, четвертая миссия. Там такая машинка красиво взорвалась на окраине. Ну, мин нет, смотрите-ка, Брэдли проехал в наглую, абсолютно. Ой-моё, что я делаю? Надо же задний ход дать на всякий. Не буду я прям так рисковать. Пока что чатик. Чатик, все хорошо. После того, как подготовка завершится, я просто прорашу вплоть до деревушки 3. Похвал, не пробил бетон заграждения. Ладно, пехотой займу. Да, я угадал. А, нет, он не в здании в самом. И Абрамс поймал в лоб где-то в районе бар ПГ, а он и не против. Ну ладно, пора давить. Линия фронта, все окопы. Брэдли летят гранаты. В принципе, он их выдерживает. Так, теперь слева. Слева уже так
Хотя почему не получится, у меня же есть еще два Брэдли. Брэдли и страйкеры. Так, вот тут уже не актуально, ребята. Бегите сюда. Сядьте в свой беттер и поедете воевать с демократию. Теперь я не понимаю, зачем мне по итогу. Чатик. В чатике все спокойно. Я слишком нагло загнал Брэдли, не дожидаясь прекращения собственного обстрела. Ладно, его выведу. Так, минометы свои точно отстреляли. Вроде бы это были они. С Брэдли я спешу, да, тут. И... О, нет, я потерял Брэдли. Командование вроде живо. Да, живой командир. Сейчас забавно, конечно, я сделал. Смотрите-ка, экипаж с горящего Брэдли выпрыгивает с вертухана, ноускоп 360 валит на вражеский штаб, который там делал прыжок, по сути. Ладно, хватит обстреливать. Взрывается боеукладка у Брэдли. Пускай долбанет джавелином еще раз, хотя я туда уже лупил. Хотя вроде и враг-то не там. А, нет, там. Чатик, чатики, все окей. Пуск. Попал куда-то. О,
Ладно, надо выгрузить пехоту, чтобы убедиться, что все спокойно. Ну да, вроде одни трупы сирийцев, их она и артой накрыла, и Брэдли пошмаляли по ним. Ну, все окей. Так, тут тоже все в порядке. Обратно в Беттер, БМП, то есть. Поближе танки. Сперов подогнать. Сейчас очень будет дерзкий выход страйкеров. Да, прям на перед боевыми позициями. Ну ладно, тут танки их подавляют, тут все есть. То есть главное ребятам просто в номер не забежать. Да, все окей, они под небольшим неприятным огнем. Так, где там последний выстрел Джавелина? А, вот он. Так, лупит-то отсюда получается. А, нет, не с того окна, не тот окно, не то окно. Вот отсюда. Пуск. Попадание. Учить здание, занять его, прокрывать левый фланг. Все просто. Не знаю, зачем я такой приказ даю. А, вот вся победа. А что я провалил? А, чтоб не было потери. Ну, что поделать. Расслабился один с раненых, три убитых. Ну, вполне приемлемо. Смотрим, что будет дальше миссия, и сейчас гляну, сколько я уже стримлю, сколько вообще сейчас время. Так, стримлю я уже 2 часа 30 минут, а время уже 20 минут 12. Ладно, пожалуй, пока что прекращу на этом. Спасибо, что смотрели.
До новых встреч, наверное, в выходные. Я таки уж до упора пройду компанию. Еще раз спасибо, что смотрели.